Хочу сделать это видео для тех, кто у кого есть проблемы с мигалками, с маяками. Всех вот встречается с такой проблемой, что вот тухнеет вот стекло на мигалке. И практически не видно, как мигалка работает или маяк. Хочу показать вот самый простой, наверное, и хороший способ обновить вашу мигалку или маяк. Вот. Просто пастагоя берется. Вот. Обычно пастагоя, вот зеленая. Купила, она стоит, не знаю, 40 рублей, что ли, в магазине. И обычная тряпка. Берется вот так. И трем. Ну, я где-то минут 10. Так потер вот стекло. От маяка. И она стала практически как новое, вот смотрите с вами, практически как новое. Прозрачная. Я удивлен. Очень хороший способ обновить ваш маяк. Очень круто. Потом покажу, как светится на экскаваторе. Да, вот хочу показать разницу. Маяк, который почистили, и маяк, который нет. Вот, слева чистый, справа нет. Ну, я думаю, на камеру разница видна. Еще на два раза еще сильнее светится, чем правый. А сейчас еще и не ночь. Сейчас как бы вечер. А вот так уже светится. Чистая мигалка уже. Вот я почистил обе мигалки чистые. Вот они у меня светятся вот таким образом. Достаточно сильно, я скажу. Ну все, это последняя часть. Всем удачи, всем спасибо.